інфраструктури проводять фотошопи всі. Звісно, вже старі, а їм не вигідно, їм люди погибають на шахтах, їм не вигідно. Давайте, подождите, пожалуйста, смотрите, здесь Ахметов и Таруто, они проводят флешмобы. Нашу землю Донбасса, которая пролита кровью наших пращуров, наших дедов, наших прадедов, которые погибли, значит, во время Великой Отечественной войны, они кричат, оскверняют нашу землю такими лозунгами, выбирающими слава Украине, героям слава. Как это так? Как можно так приходить сюда и нашу землю здесь вот осквернять фашистскими воззваниями? У меня такое предложение. Давайте не так, будем бойкотировать олигархические вот эти вот по Порошенко конфеты. Не будем покупать, у меня такое предложение. Порошенковские конфеты. Рошен. И давайте мы не будем посещать матчи дестабилизации Украины. Мы посмотрим по телевизору. А мы не будем давать команду жить этим олигархам. Этому Ахметову и Таруте. Спасибо, товарищи!